Поэтому, собственно, если Ирина кинула какое-то финансирование нам как подачку, и дальше ей не интересует, Давайте но будем она... с подружками относиться ко мне, я подачки не кидаю. стороны, я, пожалуйста, хотела бы, чтобы вы не забывали правила нашей медиации. Как я поняла вас, Наталья, вы сейчас очень огорчены и обижены на Ирину в том, что она не знает сути вашей работы. Я так вас поняла? Ну, это прозвучало в высказывании Ирины. Я не знаю, чем она там привлекает средства. Как-то обидно немножко. То есть я правильно вас услышала, что вы сейчас обижены. Огорчена, давайте вот так. Ирина! Ирина! Да, мы слушаем, слушаем. Ага, вы услышали Наталью? Я Понимаете ее, услышала чем? Наталью. Ну, вы знаете, уважаемый медиатор, мне разрешите вопрос? Нет, медиатор, я Да, разрешила. давайте дадим слово нашим представителям сторон. Представьтесь, пожалуйста. Можно я? Да. Меня зовут Татьяна Александровна, я помощник кого? Натальи, да? Натальи. Наталья. Значит, и я бы сейчас вот что хотела бы. Сейчас я не особо вижу вот как бы там вот предметы для того, чтобы обсуждать какие-то юридические вещи. Консультировать тут тоже особо нечего. Поэтому, ну, вот мое пожелание, чтобы медиатор работал, а мы там что-то для себя фиксировали и не мешали медиатору, как специалисты. Да, у нас одно правило есть. Медиатор в нашей процедуре ничего не решает. Я не могу вам давать советы и консультации. Сейчас эта ситуация в первую очередь сторон. Это ваша ситуация, и только вы можете решить эту ситуацию. Поэтому давайте мы все-таки перейдем к решению и вариантам, и по тем претензиям, которые вы представили. Наталья, Ирина, вы согласны? Да, согласна. Но у меня есть, значит, тому Молодец, молодец. я хотел бы все-таки, вы знаете, работать вот в каком ключе. Вот, уважаемый медиатор, вы, наверное, обратили внимание, что вы настроены очень доброжелательно. Да, видите. Противоположная сторона почему-то как-то агрессивно. Мы хотим найти компромисс, то бишь, чтобы все были довольны. Но противоположная сторона почему-то, значит, я вообще финансовый консультант. Я, значит, в вопросах юриспруденции сидит, но я сам открою. Поэтому, значит, давайте подоброжелательнее, и я думаю, что у нас все будет нормально. Я правильно вас поняла, что вы настроены довольно-таки доброжелательно и готовы сотрудничать. Так? Готовы сотрудничать и со следствием, и с Наталья, вы всем. услышали сторону Ирины? Да, я услышала сторону Ирины. Мне непонятно обвинение по поводу агрессии. С какой стороны? Давайте без Ирина сама обвинений. что-то. Раз Нет, вы мне услышали еще раз, Ирину. подождите. Это не обвинение, это призыв. Это был не призыв, это было установление фактов, что вы увидели с моей Дорогие стороны стороны, мы агрессию. сейчас восстановимся и перейдем к нашим снова правилам. Я бы хотела остановиться на этом, нашу сегодняшнюю медиацию, и провести индивидуальный фокус с Натальей. Все, на Вы не этом. возражаете? Пожалуйста. Предложение консультантов удалить.